Всем привет, ребят, с вами я, Пизерский обзор игр, и это видео будем играть в Копатель онлайн. Да, вы не ослышались. Сейчас я покажу вообще, что из себя эта игра представляет. Смотрите, что здесь, тут есть чат, если нажать на кнопку Enter, то есть чат есть, да. Если нажать на кнопку Enter, вы не ослышались. Смотрите, что можно еще делать. Если нажать на левую кнопку мыши, долго нажимать на блоки, то есть точнее, то можно копать. Сейчас мы будем копать, то есть давайте проверим, смотрите. Можно проверить чат. Напишем просто что-нибудь хотя бы рандомное. Реально можно что-то рандомно написать? Сейчас я покажу вообще, что тут можно копать. Как можно покопать, скажем так. В игре Копатель онлайн. Вот еще один игрок, кто-то подключился к нам. Можно по сети играть, если кто не знал. Если кто знал, жмите лайк. А если кто не знал, то узнали. И вот. И в этом видео будет много чего интересного. Мы будем... Сейчас покажу вообще, что из себя представляет эта игра Копатель онлайн. И что можно вообще делать. Такого довольно-таки интересного. Вот можно закопать... Могут нас закопать, если что. Если кто не знал. Можно закопать кого угодно. Ой. Это баг тут. Какие-то баги там. Там реально какие-то баги. Там баги были, вообще жесть. Если кто не знал, что это баг, жмите лайк. Так, смотрите, давайте переходим к сути. Смотрите, я вам покажу, что тут вообще первоначально можно делать. Давайте, смотрите, можно пообщаться со школьниками. Эй, привет, Персик, ты слышишь меня? Эй, алло, Персик, ты меня слышишь? Вы меня слышите, алло? Слышишь меня? Да, вот так вот можно пообщаться, короче. И смотрите, что еще можно делать. Сейчас я вам скажу. Можно тут еще что? Построить всякие постройки разные. Довольно-таки интересные. Еще, если наступить на блок лавы, можно умереть, если коснуться блок лавы. Еще смотрите, что можно делать. Такие вот сальтухи. Да, вот что еще можно делать. Можно вот так вот прыгать на кнопку R, английскую и K русскую. Жмите лайк, кто не знал. R английская или K русская. Вот. И сейчас я еще покажу, что можно сделать еще. Можно, к примеру, смотрите. Сейчас покажу вам. Построить вот такой вот довольно-таки неплохой трон. Да. Вы не ослышались. Трон. Про эти троны куча видосов было. Трон Копатель онлайн. И смотри, сейчас я вам покажу вообще, как он выглядит. Это вот такой вот трон. Вот тут вот можно сидеть, это очень круто. И сейчас я вам еще покажу, что тут еще есть у нас такого интересненького. А еще у нас есть эта штука, короче, одна. Под названием, сейчас скажу как. Да, магазин. Нажимаем на кнопку S русскую. И смотрите. Тут есть разные... Это вот инвентарь, а можно в магазин зайти. Тут можно купить скины, оружие. Много чего интересного. И смотрите, еще можно игроков закопать. Да, разных игроков можно закопать, короче, строить. Разные строения. И копать. И смотрите. Сейчас я вам покажу, как можно закопать себя. Да, вы меня слышали. Вот мы закопали себя. И можно откопать. Вот такое вот было видео. Пожалуйста, вот такое было видео. Плохо, пожалуйста, поставьте лайки. А мы продолжаем. Вы должны поставить лайк. Просто ставь лайк, пожалуйста. Так, сейчас я вам покажу, что тут еще есть. Можно блоки ставить, ну, строить. Это я говорил уже. И еще тут что есть интересного? Про голосовой чат я уже говорил. Говорил, точнее. Можно на серверах играть. Я вот карту создал. Ко мне игроки приходят. Можно карту запаролить. И смотрите, сейчас я вам покажу, как закопать игрока. Смотрите. Можно его вот так вот закопать. Реально. Сейчас я вам покажу, его можно реально закрыть. Так.
что он... А он что-то не хочет... Ну, короче, вы поняли, что его можно закопать. Реально. Так, давайте его реально попробуем закопать. А, стоп. Кто-то, походу, админом стал. Стоп. На моей карте, походу, админом стал. Ну, тут еще можно админом стать, короче. Тут блоки не надо ломать уже, к сожалению. Да, нельзя ломать. Алло, админ, почему ты стал админом? Быстро скажи, разреши мне блоки копать живо. Живо разреши копать. Вот такое вот было видео. Всем пока, вы были на канале Питерский обзор игры. Мы снимали видео копатель онлайн. Как копать яму. Всем пока.